Друзья, всем привет! Меня зовут Екатерина Юрочкина, и в этом видео я вам покажу упражнения для укрепления спины. Все упражнения мы будем делать из положения стоя. Итак, встаем, ноги на ширине плеч, руки в стороны, и начинаем наклоняться вверх, вниз и наверх. Два. Спина прогнута. Три. Четыре. Пять. Коленки натянуты. Шесть. Семь. И еще. Укрепляем нашу поясницу. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, последние восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, остановились, стоим восемь, укрепляем, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Делаем право, лево, право, лево. Пять, шесть, семь. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поднимаемся. Руки на себя. Прогнули спину, руки в замок. И наклонились вперед. И начинаем пружинить. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И еще. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, последние восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоим, держим. Еще держим, 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 держим. И опускаемся вниз, руки поднимаем наверх. Расслабляемся, восстанавливаем дыхание, и пошли правое, лево, право, лево, право, лево, право, и продолжаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, медленно поднимаемся. И сейчас присели, руки поставили на коленки, прогнули спину. И делаем вверх и вниз. Два. И вниз. Три. Работаем над поясницей. Четыре. Укрепляем ее. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И еще. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, последние восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Восемь. Ушли вниз, расслабились, покачали голову. И медленно, медленно, медленно поднимаемся. И закончили. Итак, друзья, мы проделали упражнения для укрепления спины, особенно поясницы. Делайте эти упражнения каждый день, и вы почувствуете, как ваша поясница начнет укрепляться. До новых встреч!